Всем привет! Вы на канале Мисс Маша. Сегодня будем открывать вот это. Вот. Так, он принесёл за куриными. Тут придётся ножницами. Дайте мне, пожалуйста, ножницы. Вот у меня мусор. Так, какая целая цвета. А Вань, где-то лучи тоже. Разные цвета. Ой, тут. Дальше белый. Ой, один. Придется как-то вот этот молодой красивый засунуть сюда, чтобы его достать. Как его достать эти? Как это синего достать с белым? Как? Постучи. Я вот стучала уже. Давай еще раз. Вытаскивай ручку. И как? Ближе уже стало. Один только. Легко, это банку. Это банки. Снять почему? Можно вот такого. А золотого нету. Можно слепить какого-нибудь чудика животного. Попробуешь что-нибудь сделать? Да. Я только не понадобится это. Я. И тут какого что-то не слепить. Вот этого коня. А как сделать колонну? Колонны же нет у нас глазок. Мне понадобится синий. Вот этот синий. А желтого нет у нас. Замени оранжевым. Не ладно. Вот так надо сделать оранжевый. Вот так. Я свое делаю. Я свое сделаю. Я свое сделаю. Давай. Так. Я хочу вот этот осенький. Берем два розовых. Вот эту пукачку. Сматываем. Ставим вот эти две перед собой. Эти розовые. Такую башню хочу слепить. Для таких пару штук. Этих. Я буду большая. Поближе, поближе к себе ложитесь. Теперь мы забиваем вот эти кучки. Перед собой надо аккуратно. Она не упала.
Так, придет мне кто-то помогать, держать. А ты их в кучку слепи, лепи, и они будут сами держаться. Так, лучше пину. Теперь следующий шарик. Этот падает. Потом мы сделаем. Так? Топ-поп. Этот стоит. Вот эти. Теперь мы еще белого. Сделаю башенку. У нас нет ученого. Только я сделаю маленькую башенку. У меня есть так много. Я лучше сделаю такую покупнуть. Сделаю покупнуть. Вот так. Сделаю покупнуть. Розовый нужен. Теперь нужен белый. Такую я делаю кружочек. Соединяй. Круг. Соединяй же. Я зачем? Даже перейти елочка. Елочка. Будет башня такая. У тебя есть основание сейчас. Теперь тут будет мне белый. Белый. А эти мы запомним другим цветом. Розовым. Вот это. Кажется, хватит. Я сделаю такую полоску. Кажется, это маловато. Вот другие цвета запомним. Лучше вам надо сделать большую. Лучше большая, лучше все. Белую. И сделаю, как, и сделаю какую-то башню. Давай основание сделаем, так закрутим. Зачем? Чтобы устойчиво было. Давай. Вот так. Зачем ты? Нет? Ну хорошо. Не ладно, закручу. А то что оно... Основание будет устойчивое. Ну как же? Теперь мне надо эти все. И теперь можно вверх выстраивать. Бьем, хочу фиолетовый, бьем на эти. Будем два цвета на один. Я буду на аж каждый цветочек будет такой. Каждый цветочек будет таком. Вот этот теперь за другой. Кажется, мне придется другой центр делать. Хороший. Я лучше сделаю синим только. Я лучше заполню только синим. Мне придется только синий. Синий, синий. Давай сделаем голубой шарик. Нет. Я хочу башенку. Это... Ой, один упал. Я не буду это рисовать. Все. Какой мягкий. Это нам не до этого. Это нам. Белый еще понадобится нам. Я лучше затяну. Вот этот круг будет не белым, а синим. А другой будет белый. Мы снимем их так. И получится у меня елочка маленькая. Пата цветов. Пата лепящие. А я думаю, что они лепящие. Спасибо, ребята, что вы заказали моему папу. Что он мне это купил. Я посадила этого на мента. Просто садики мне это не зашли было. Ни один кусок. Не больше. И я хотела... Я ждала целый лет этого года, как.
Пока проловил. Не пап, а как же папа купил это? Через интернет-магазин заказал. А как это же? Делай основание, закручивай. Я помню. Надо помнить, что он был большой. Почему? Не ладно, оставим. Давай начнем с маленькой. Закручиваем. Пошла мать. Плотненько прижимай. Мне кажется, ты начал лучше. Ты начал. Помочь? Да, мне помочь. Смотри, плотненько. Раз, раз, раз. Я за мной. Оп, я основание. И теперь вверх. Теперь я беру белый. Не розовый. Какой же камень носит бумага? Камень носит бумага. Камень носит бумага. На ней носит бумага. Вот это. Оранжевый. Туда затяните. Только-то. Оранжевый. Я что-то не умею башенки ставить. И долго-долго можно. Вот так. И будет какая-то башенка непонятная. А будет синенька, будет, хай будет белый. Да. Давай, уже, да, отлично. Так, и давай следующий слой теперь. Какой сделаем еще? Вверх. Сыночка, камень, нос, бумага, раз, два, три. Взяю фиолетовый. Давай. Мне включается кресло. Похоже. Покажи ребятам. Смотрите, какое у меня кресло пушистое. Кресло. Ой, это не само. Нет, у нас не кресло. Можно такой диван сделать, такой приятный доножик. Так, так, теперь закрыл белым. Вот так тоже жмемся. Теперь я потом синий, потом вот это, потом белый, значит, розовый. Вот это. Теперь пьем белый. Теперь зажимаем с ним. Теперь пьем снова синий. Я получается елочка. Это не большая, это елочка. А наша будет елочка, будет вот эта. Я сделаю пока что елочку. Такой вот. Не пирог, я сделаю большой такой. Если сделаю праздничную елочку, вкусный пирог из елки. Пирог из елки? Я сделаю это классный
разные ягодки. Это и пущи, как малина, черника, и еще апельсин маленький. Из елки это что-то новенькое. Вкусные конфеты я сделаю из елки. Это тоже что-то новенькое. Вот такой пирочек. Хочу его съесть. Это пока что. Я пока повыше поднимусь. Вот. Теперь мы берем теперь другой цвет. Какой мы теперь берем такой цвет. Как было снизу. Какой большой я ваш. Теперь берем белый. Теперь берем этот. Давайте принесите мне куклу. Что? Она посетила, она меня не контакт. Давай закончим, а потом будем примерять. Сделаю стул. Не ладно, я пошутила, ребята. Ставьте много лайков, покажу. Пишите, пока я делаю это. А теперь будем делать розовый с белым. Только я, как же я не знаю, я буду садить вот эти баночки. А тут ничего нету больше. Смотрите, какой день есть. О, какая башня. Это не башня, а это вообще-то то ёлка. Ёлка. Теперь пьём всё новое. Смотрите, как картошка, атошка, гайм, атошку.
Атошка, гайм атошку. Атошка, гайм атошку. Пока-пока. Будем на канале Мисс Маша. Всем пока. Ставьте много лайков и очков. Пока-пока.